Таким дошкольным учебным заведением может по праву гордиться любой муниципалитет. Детский сад номер 8 в городском поселении Заречье носит название «Маленькие Эйнштейны». Соответственно, можно легко догадаться, посещают его исключительно юные таланты. Однако даже гениям не стоит забывать о здоровье. В саду созданы отличные условия для занятий спортом. Здесь есть даже собственный скалодром. А вот настоящих футбольных ворот до сих пор не было. Их-то и подарил Эйнштейнам депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков. Россия получила право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, поэтому в рамках подготовки к этому празднику спортивному. Вот мы тут тоже будем не отставать в Заречье, наши детки будут готовиться, будут тренироваться, будут играть в футбол. Поэтому теперь у них есть ворота для тренировок и прочее оборудование. Поэтому уверен, что из них вырастут большие атлеты нашего российского спорта. Ворота эти универсальны. Летом их можно использовать на улице, а зимой легко монтировать в теплом спортзале. Еще один значимый объект, находящийся под депутатским контролем – Одинцовский наркодиспансер. Он с июля 2016 года находится на ремонте. В самом здании работы близятся к завершению. Однако реконструкция не предусматривала обновление уличной спортивной площадки. При поддержке депутата документация уже подготовлена, средства выделены, контракт на строительство выставляется на торги. В ближайшее время будут проведены торги, и до конца месяца подрядчик выйдет и должен приступить к работам. Поэтому где-то через месяц, через два мы вернемся для того, чтобы проверить, принять работы. Планируется сделать новую спортивную площадку, уличные, поставить уличные тренажеры и все, что необходимо для того, чтобы на свежем воздухе проводить реабилитацию. Насколько важен уличный спорт для лечения наркозависимых людей, никому объяснять не нужно. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».